Мои впечатления исключительно положительные. Мне очень приятно играть в вашем зале, в вашей филармонии. И большое спасибо администраторам за теплый прием. Сегодня будет представлена программа под названием «От барокко до модерна». Ну, сейчас написано очень большое количество пьес именно для органа, современных пьес, довольно-таки интересных. В частности, сегодня будет исполнена пьеса «Заклинание» французского композитора Тьерри Скеш, моего очень хорошего друга. Ну, посмотрим, как публика будет реагировать. То есть у вас не классика, скажем так, вот органа такая? Классика тоже будет, конечно. В начале концерта будет классика. Просто впечатление, настроение. Настроение положительные, эмоции, энергетика хорошая, конечно. И играть в этом зале очень приятно. Я думаю, мое хорошее настроение передастся публике сегодня. Это самое главное. Вы как пришли к органу? Через какие-то другие инструменты? Или вот... Знаете, я поехала на гастроли в Чехию, и во время этой поездки, конечно, были экскурсии. И зайдя в один из костелов в этой стране, я услышала звуки органа. Я, естественно, влюбилась в этот инструмент и решила посвятить свою жизнь только этому инструменту. Сложно или не играть? Сложно, и это требует определенной подготовки, технической координации. Потому что мануалов несколько. Да, несколько мануалов, да, и игра ногами прежде всего. Спасибо.